110 лет назад врач Будзинский первым начал использовать в своей практике уникальные природные лечебные факторы Анапы. Первая сезонная водогрязелечебница, последующим санаторий имени Будзинского, открылся на высоком берегу Черного моря в 1900 году. Сейчас это санаторий «Маяк», который круглогодично принимает на лечение и отдых гостей со всех уголков нашей необъятной страны. Санаторий «Маяк» помимо проживания, питания, предоставляет еще услуги по лечению. И у нас достаточно большой спектр тех процедур, которые мы оказываем. Это и грязелечение, и водолечение, и светолечение. Мы приобрели в этом году много аппаратов современных, начиная от механических кроватей и заканчивая лимфодренажными системами. Приобрели много аппаратов, которые могут обеспечивать магнитно-резонансную терапию. Лечим мы, как правило, к нам часто обращаются люди с заболеваниями верхних дыхательных путей, с заболеваниями нервной системы, с ортопедией много обращаются. Мы просто решили, что Анапа должна лечить не только приезжих, но должна лечить и наших жителей местных, у которых возникают к концу сезона множество заболеваний, в том числе и связанных с иммунной системой. Санаторий «Маяк» широко использует уникальные природные возможности курорта. Аэротерапия, аэрофитотерапия, гелиотерапия, грязелечение, аппликации, электрофорез, гальваногрязь. В современном ванном отделении вам предложат ванны с лечебными травами, минеральной водой, йодобромные, жемчужные, а также впервые в Анапе в санатории «Маяк» вам предложат уникальную методику оздоровления и лечения сертифицированными препаратами из пантового сырья, полученными по особой технологии низкотемпературной вакуумной сушки. Наш санаторий предоставляет уникальную методику маравовых ванн. Это препарат из натурального сырья маравов, то есть пант рогов оленя, которое мы приобретаем в Горном Алтае на сертифицированном предприятии, которое зарегистрировано в Минздраве Российской Федерации. Специально для отдыхающих и жителей города-курорта в санатории «Маяк» разработали различные программы для оздоровления. Вдохни свободы, антистресс, гибкие суставы и здоровый позвоночник, чистая и здоровая кожа. Сбрось лишнее и совершенствуйся вместе с нами. Санаторий «Маяк» – это райский и уютный уголок в центре курортной зоны Анапы, где вам подарят здоровье, душевное тепло, великолепный отдых у моря.